То есть человек должен найти с помощью своего усилия, почему Творец действует так на него. То есть состояние, которое он чувствует, что проходит с ним, по нему, почему он проходит эти состояния. Этим он начинает понимать, как реагировать на них. Понимать, то есть из желаний, сердце понимает, не разумом. То есть немножко больше углубляться в причину, почему Творец дает эти состояния, какая реакция должна быть со стороны его желания получать, со стороны, если бы у него было желание отдавать, какую реакцию он бы возвращал, и так он будет продвигаться.